Кухня ЖКХ. На нашей кухне сегодня разговор не аппетитный, но важный. Все мы хотим быть уверены, что из животных в доме только питомцы. Но, к сожалению, рядом с нами могут оказаться и крысы, и тараканы. То, что мы их не наблюдаем, может говорить о хорошей работе управляющей компании. Генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков сегодня рассказывает про то, что такое дерматизация. Это входит в обязательный минимальный перечень услуг, предоставляемых управляющей компанией, дерматизация и дезинсекция. Управляющая компания заключает специализированную организацию договора на выполнение этих работ. Даже если вообще их не требуется, все хорошо, все равно этот договор должен быть. Дерматизация выполняется на основании лицензии, представляет собой это работа по уничтожению грызунов, крыс, мышей, в местах их появления. Как минимум раз в 3 месяца проводятся профилактические мероприятия, если не было обращений жителей на наличие грызунов и если в ходе профилактических мероприятий не было выявлено следов их жизнедеятельности. Максим, а что влияет на появление крыс в доме? На наличие крыс и мышей влияет много факторов. Своевременность уборки лестничных клеток, складирование мусора, конечно, своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок и проведение мероприятий по дезинфекции контейнеров, соблюдение чистоты и порядка внутри жилых помещений и очень важный момент – это не кормить кошек, собак около своего подъезда. На эту вкуснятину слетается, конечно, много голубей, но и мыши, и крысы идут, и клопы, и тараканы. Расскажите, как происходит дерматизация? Это опрыскивание, мышеловки, что это? Приоритет – раскладывание в местах обитания грызунов специальных приманок. Отрава крысит, фосфит цинка, другие. Расклад в местах обитания в подвальных помещениях, на чердаке. Но стоит обратить внимание на важную вещь. Управляющая компания делает дерматизацию и дезинсекцию в местах общего пользования, а не в жилых помещениях. И если в жилых помещениях санитарные нормы не соблюдать, борьба против грызунов и тараканов будет не очень такой равной. А как у вас в управляющей компании устроено? Я вот не замечала ни разу никаких людей специализированных в подъезде. Договор у нас заключен на постоянной основе со специализированной организацией, имеющей лицензию. У нас также есть ответственное лицо, инженер, который контролирует проведение мероприятий вот этой организации. Подписываются ежемесячно акты выполненных работ. Кроме того, если есть заявки жителей, мы, как правило, пытаемся с жителями совместно показывать им, как это мероприятие проводится. Еще одни создания, которых мы видеть не хотим, это тараканы. С ними управляющая компания тоже должна бороться. Откуда они вообще берутся сейчас? Иногда кажется, что вот гастроном едва ли не главный источник. Предприятия и организации пытаются отнестись добросовестно к своим обязанностям. Профилактические мероприятия обязательно проводят. Как правило, наличие тараканов – это связано с 2 факторами. Это наличие мусоропроводов, либо в жилых помещениях. Из жилых помещений у нас очень часто в общежитиях бывают тараканы, мы с ними боремся активно, они лезут прямо из жилого помещения. По-моему, на Октябрьском 50 люди в квартире, которая как-то не использовалась, но было масса тараканов, взяли и запинили просто все щели из этой двери. Максим, что вы посоветуете, чтобы не было ни тараканов, ни крыс в доме? Просто нужно, во-первых, самостоятельно соблюдать санитарные нормы и правила и не мусорить, особенно пищевыми отходами, кидать мусорные пакеты, не донося их до контейнерной площадки. Ну, а если вы столкнулись с неприятными животными, помните, что профилактическую дерматизацию и дезинсекцию управляющая компания выполняет по заявкам, то есть порядок в доме можно навести вместе. Кухня ЖКХ.